робот-пылесос с дистанционным управлением, который не только собирает пыль, но и моет полы. Детально посмотрим, что из себя представляет робот-пылесос от Xiaomi серии Mi Robot Vacuum Mop P. Вместе с пылесосом в комплекте идут док-станция, адаптер питания, две боковые щетки, насадка для полотера, две тряпки из микрофибры, контейнер для сухой уборки и контейнер для комбинированной уборки, щеточка для чистки щетки, инструкция на русском языке и гарантийный талон. У пылесоса лаконичный и современный дизайн. Диаметр устройства 35 см, высота вместе с лидаром 9,5 см. Бампер люфтит для защиты пылесоса от повреждений. Края дна со скосом, чтобы роботу было удобно преодолевать препятствия. Сзади находятся выхлопные отверстия и контакты для док-станции. Спереди отверстие для инфракрасного приемника. Сверху мы видим кнопку управления режимами. Заглянем под крышку. Под ней прячется шпаргалка, щеточка для чистки и пылесборник. Снизу находятся два больших колеса, пружинящих по краям, и одно маленькое, вращающееся. Турбощетка с жесткой щетиной и круговая щеточка для сбора пыли из труднодоступных мест. Теперь о самом интересном. Этот пылесос с лидаром. В башенку встроенный фотоприемник и лазерный диод, которые быстро вращаются на 360 градусов и строят подробную карту помещения со всеми препятствиями. С помощью этой технологии робот выстраивает наиболее рациональный маршрут для уборки. Всего в устройстве используется 15 различных датчиков. У робота несколько режимов работы – сухая, влажная и комбинированная уборка. Он может обрабатывать определенный периметр, двигаясь от стен к середине или повторно проходиться по одному и тому же участку. Емкость резервуара для сухой пыли – 350 мл. Для комбинированной и влажной уборки есть отдельный резервуар с отсеком для воды емкостью 200 мл. В обоих пылесборниках стоит HEPA-фильтр, который не пропускает мелкую пыль обратно. Пылесос рассчитан на уборку помещений площадью до 180 квадратных метров. Задать режим работы или вариант передвижения по комнатам можно не только кнопкой на корпусе, но и с помощью приложения Mi Home на смартфоне. Оно позволяет управлять им дистанционно. Например, вы можете запустить робота, когда выезжаете из офиса, чтобы он убрал квартиру к вашему приходу. Номинальная мощность пылесоса – 33 Вт, а шума – 76 дБ. Звучит как громкий разговор. Это средний показатель для пылесосов, но для робота он довольно шумный. Литий-ионная батарея позволяет пылесосу работать без перерыва до 2 часов. Для полной зарядки ему нужно 4 часа. Если пылесос разрядится посреди уборки, он сам отправится на док-станцию, а затем продолжит уборку с того места, где закончил. Этот робот-пылесос от Xiaomi – находка для тех, кому нужна ежедневная поддерживающая уборка в доме без лишних усилий и траты времени. Прибор сам соберет пыль и даже помоет полы, пока вас нет дома. We'll be right back.